Даже небо 17 марта отметило присоединение Крыма к России. В этот день вечером жители Рыбинска стали свидетелями необычного явления в нашем регионе – северного сияния. Кроме рыбинцев, невероятно красивое небо лицезрели и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Карелии и других городов. Специалисты считают, что причиной феномена стала вспышка на солнце, которая привела к сильной магнитной буре. В социальных сетях можно увидеть множество фотографий северного сияния, сделанных горожанами. Более подробно об этом явлении нам пояснили в Рыбинской гидрометеорологической обсерватории. Это явление в наших широтах бывает очень редко. Из-за чего оно возникает? За счет того, что стоит очень антициклональная погода, антициклон с высоким давлением и с перепадом температур дневных и ночных. Поэтому, как правило, это явление наблюдается от 60 до 1000 километров по высоте. И до Земли доходят вот эти разряженные отблески за счет загрязнения, там, магнитных колебаний. Горожане смогли увидеть необычный феномен благодаря чистому безоблачному небу. Последний раз, по словам очевидцев, северное сияние в наших широтах можно было наблюдать в 60-х и 90-х годах.